Здравствуйте, Вячеслав. Это видео про ваш одуванчик для объектива Samyang. Вот это специальная полочка, которая устанавливается перед установкой одуванчика. Это калибр. И это одуванчик, который сейчас установлен на двухсторонний скотч на моем колечке. Вот видите, вот так вот по калибру он должен быть расположен и установлены на вашем объективе. Ну вот, как видите, камера показывает уже предварительно мной запрограммированную диафрагму 2,8 и фокусное расстояние 14 миллиметров. Задержка входа в режим программирования изменена с 10 на 1 секунду, поэтому когда вы будете по моей видеоинструкции делать юстировку, если она понадобится, то нужно будет выставить режим M, AI серво и всего 1 секунду. И буквально чуть-чуть открутить объектив с одуванчиком из камеры, чтобы оно показало 0,0, тут же вкрутить обратно и нажать на кнопку спуска, и одуванчик войдет в режим программирования. И дальше все по инструкции. Будут вопросы, всегда спросите, позвоните, я все подскажу, помогу. Итак, одуванчик, полочка, калибр. Не забывайте, после того, как вы зашкурите серебристую краску на байонете, обезжирить поверхность байонета, обезжирить полочку, обезжирить поверхность одуванчика перед установкой. Иначе клей может не схватиться. И ни в коем случае не наливайте клей непосредственно из тюбика на байонет. Как я вам показывал в моей видеоинструкции, клей нужно налить на любую другую поверхность и оттуда уже взять зубочисточкой или спичкой. Сейчас я это все упакую и отправлю вам. Спасибо за внимание.